Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Алексей Кокорин потребовал снизить плату за капитальный ремонт многоквартирных домов с 9 рублей 60 копеек до 7 рублей за квадратный метр. Соответствующее поручение получило руководство Департамента государственного регулирования цен и тарифов. Об этом шла речь на заседании правительства региона в рамках вопроса об утверждении региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах. Вопрос непростой. Он затрагивает интересы абсолютного большинства населения Курганской области, особенно кто живет многоквартирно в обустроенном жилье. Есть необходимость пересмотреть минимальный размер платы на капитальный ремонт. Он на сегодняшний день у нас составляет 9,60, да? Я думаю, что вот я даю соответствующее поручение. Ставится задача с 9,60, во всяком случае, чтобы сумма составляла не выше федерального, федерального стандарта. Если федеральный стандарт у нас 7,60, да, дайте ваши предложения. Я думаю, что не дороже 7 рублей должна быть вот эта вот сумма. Обсуждая на заседании правительства региональную программу капремонта, в РИО директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Александр Клочков информировал, что она формируется сроком на 32 года и включает в себя перечень всех многоквартирных домов, за исключением домов, предназначенных для сноса. В программу вошли 3889 многоквартирных домов. Также перечень услуг, работ по капитальному ремонту общего имущества в каждом многоквартирном доме и плановый период проведения капитального ремонта общего имущества для каждого многоквартирного дома. Изменения в законы по проведению капремонта будут рассмотрены и внесены на ближайшем заседании Курганской областной думы. Светлана Епифанова, Александр Киселев, Светлана Брагина, информационное агентство «Курган.ру».